многоцветное, многоголосое, многодочие нынешней программы нашего фестиваля ставит чудесный ансамбль из Казани «Игрушка». Прошу вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. С удовольствием споем сегодня для вас песню, которую написал Борис Крепак, наш друг из Казани, на стихи Булата Шаловича Акуджавы, столетие которого мы будем вот-вот уже скоро отмечать. Музыка стиха. Нет, а о том, что все-таки мы жили.